Здравоохранение России зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики коронавируса. Препарат разработан Национальным исследовательским центром имени Гамалеи. А производиться он будет в Зеленограде на принадлежащем АФК-система фармацевтическом заводе «Бинофарм». Мощности «Бинофарм», который входит в группу компаний «Алиум», позволяют выпускать около 1,5 миллиона доз вакцины в год. Планируется, что завод оснастят дополнительным оборудованием, чтобы нарастить объемы производства вакцины. Корпорация «Система» включилась в борьбу с COVID на раннем этапе. На данный момент компания «Бинофарм», по сути, является единственной площадкой по производству вакцины, за исключением, конечно же, Института Гамалеи. На данной площадке уже ведется промышленное производство вакцины. Первая партия вакцины уже готова к отправке в регионы. В части приоритетов при распределении вакцины эти приоритеты определит государство, но в первую очередь вакцина будет предоставлена медикам, поскольку именно они находятся на переднем крае борьбы с пандемией. И именно они находятся в зоне риска. Клинические испытания вакцины начались в июне. Массовое производство планируется запустить к концу 2020 года.